Телеканал КРТ представляє. Мы сейчас наблюдаем, как и в Украине, и в России, и по всему миру, сейчас идет такая вот эпидемия коронавируса. И закрывают границы, останавливают предприятия, заводы, всех загоняют на карантин. И вот с вашей точки зрения, вот эта вся эпидемия, вот какие проблемы она в экономике мира она вскрыла? И в российской, и в украинской, если вы анализировали нашу страну. Ну, сразу могу сказать, это моя оценка, которая совпадает с оценкой многих экспертов зарубежных, в частности, американских экспертов, что вот эта пандемия, которая началась, это фактически начало Третьей мировой войны. Мы только увидели первую волну, обязательно будем ждать вторую, ничего хорошего там нет, потому что глобальный кризис, в который погрузился весь мир, включая и наши страны, и в принципе все другие страны, он, как правило, ранее разрешался военным путем. То есть были организованы мировые войны, как Первая и Вторая мировая война, в ходе которых самые богатые семьи еще больше становились богатыми. И нынешний кризис не мог разрешаться обычными военными действиями, поскольку страны имеют ядерный потенциал. И я так понимаю, очень удобно использовать вот тот самый коронавирус, который будет выводить наше производство, как и в России, на Украине и в других странах, фактически из состояния действующего. И цель вот такая, что производство, на мой взгляд, будет дальше разрушаться, безработица расти. И по всем очень негативным оценкам, которые в частности делает ООН, нас ожидает, я имею в виду мир, достаточно серьезный голод. Это не все понятно, потому что другого пути мировая финансовая олигархия не видит, как только через глобальную войну, в данном случае через пандемию. И я думаю, что последствия этой пандемии будут, конечно, для всех стран разные. При той ситуации, в которой находится Россия и Украина, на нас больше всего упадет бремя этого кризиса, поскольку вы не забывайте, что доллар, как бы там ни был, остается ключевой валютой, так же, как и евро, и эти страны будут в состоянии перекупить и нужное медицинское оборудование, нужные лекарства, нужные продукты питания, а мы с нашими слабыми валютами можем остаться, в принципе, и без необходимого для нас продовольствия. Поэтому мне понятно, когда в нашей стране вводятся определенные барьеры на вывоз зерна из страны, мы начинаем контролировать экспорт. Но учитывая слабость нашего контроля и очень сильное желание спекулянтов заработать на более высоких ценах в других странах, я боюсь, что будет очень сложно удержать нашу страну от того, что экспорт все-таки зерна станет большим, и мы столкнемся в ходе следующих волн пандемии угрозы серьезного голода. Эта вероятность такая существует. Хотя сегодня мы так это победоносно говорим о том, что по индексу бедности, который дает ООН, наша страна вроде бы все в порядке, большинство граждан не попадает под этот индекс бедности. Но это все условные цифры, ни о чем не говорящие, потому что они не учитывают и кредиты, которые набрали люди, когда покупали квартиры. И тот огромный рост таких платежей, как штрафы, которые на них накинули в ходе пандемии. То есть реальные доходы граждан на самом-то деле серьезно сокращаются, жизнь становится все тяжелее. И тут возникает как раз та самая альтернатива. Либо мы продолжим идти по подсказкам западных экспертов, либо мы, наконец, начнем, учитывая опыт прошлого, с его ошибками, мы начнем возрождать на основе нашего планирования экономики в интересах наших людей, будем возрождать наше производство и пойдем совершенно другой дорогой на выход из глобального кризиса. Никто не сможет это сделать, кроме наших стран. А вот если вот вы сказали, что вот эта условно Третья мировая война уже как бы началась с учетом этой эпидемии. Третья мировая война между кем и кем? Ни одна страна вроде как между собой открыто не воюет. Я считаю, это война между, опять-таки, богатыми семьями и, в принципе, всем человечеством. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Вот глобальный кризис, такова история кризисов. Каждый следующий становится еще более объемным по своим масштабам. И
следующий кризис приходит через гораздо более длинный период. Ну, смотрите, Первая мировая война, Вторая, потом вот сегодня Третья, прошел значительно более такой длительный период. Но издержки каждого из этих кризисов, вот таких войн, они становятся все более и более существенными. В настоящее время этот кризис захватил практически весь мир, и идет война вот именно такого небольшого количества семей, самых богатых, против, я считаю, всего человечества. Вот этим я объясняю те события, которые происходят сегодня в Соединенных Штатах, поскольку вот я ни в коем случае не расистка, у меня много друзей, как называют их афроамериканцы, но тут же понятно, когда многие из них не работали, платили им пособия по безработице для того, чтобы люди деградировали к ним, даже опасно было на территорию Нью-Йорка заходить, где живут афроамериканцы. И тут получается, что они становятся где-то привилегированными против где-то более образованного другого белого с белой расы представителей. Это говорит о том, что вот какая-то они пытаются сделать снижение культурного уровня людей, так же, как мы видим и в Европе, приезжают ведь далеко не самые сильные специалисты, для того, чтобы легче было управлять людьми. И тут и цифровые технологии для этого развиваются, быстрее поставить под контроль людей обычных. То есть то, что заготовили богатые семьи, в силу даже, я бы сказала, не только их аморальных качеств, но, в принципе, отсутствие всяких знаний, что делать с экономикой. Слишком долго на протяжении человечества они работали по принципу маржи, как от торговли, так и от товарами, так и от торговли деньгами. И они даже представить не могут, где этот выход из этого хаоса, а наоборот, они привыкли, что чем больше хаос, тем им лучше. Когда вам что-то не нравится, в любое время может быть война, столкнут люди по принципам кожи, национальности, чего угодно, религии, и таким образом рулить дальше в своих интересах. Вот мы это сегодня наблюдаем, и противостоять им может только, конечно, серьезная экономическая, прежде всего, наука и выстраивание вокруг базиса, как выходить из этого глобального кризиса, соответствующих культурных предпосылок и понимание, что мы, люди, имеем право на лучшую жизнь, особенно наши дети и наши будущие поколения.